Привет, друзья! С вами снова Валдай и Горелли, и мы продолжаем проходить игру Rainbow Six Vegas 2. Operation вот. Rainbow Six Vegas 2. Привет всем! Да, Operation Raccoon City. В общем-то, теперь я в таком вот камуфляже в осеннем, как эти чуваки, а Горелли в белом таком. Да, я белый. Белый парень, да. Белый нигер. Ну, я бы не сказал тебе, что белый на самом деле. Ладно, погнали, короче. В общем, должна быть сложная миссия, судя по всему, потому что здесь уже есть трупы окровавленные. Да, это вообще... Давайте посмотрим задание. Спуститься на нижний этаж и разыскать Альвареса Кабреро. Нам нужно. Ну что, погнали, торопись. Надеюсь, что никто из этих мертвых людей. Опа, стоп. Там кто-то уже был, да. О, одного вынес, прикинь, в голову. Он все еще стоит. Или это не он? Я турагрян кинул боевую, на всякий случай. В окошечко. Ты так просто его. Тихо входишь. Слушай, ты сам начал, когда мы начали здороваться, ты пострелял с автомата. Точка сохранения, когда там взломана система безопасности. Давай, проходи дальше за стенку. Давай. Тут нормально сюда, вот дверь. А, нет, тут проход еще и дверь. И снаряга есть, да? Я пополню гранаты свои, а то я взял одну. Как-никак. Я пока посмотрю оптоволоконную камеру. Помечу врагов. Блин, не нравится мне мой камуфляж, на самом деле. Так, вижу, да, две цели. Так, тут еще одна дверь. А, нет, там, дверь. Там трое, короче. Я не знаю, почему на них. Боже, тупые. Короче, сейчас подожди, уберу их куда-нибудь нафиг отсюда. Надоели они мне. Ну давай, тогда погнали потихонечку. Тут только одна дверь? Да, там с другой стороны проход на балкон. С другой стороны какой-то. Там далеко очень. Ну давай, открывай, я постреляю. Давай. 1, 2, 3. Let's go. Черт побери. Одного не убили. Ладно, еще прорываемся, тогда пофигу. Не получилось мне прорваться, потому что ты мне мешал. Там со щитом, что ли, парень? Да, был парень со щитом. Ты что там? Тебя гренатру окинул. Потом меня подцепило чуть-чуть. Ладно, давай, нормально вроде. Давай стрепуху кину и спускаемся. Давай. Согласен, нормальная тема. Все. Гоу. Погнали. Он меня видит. Он меня увидел, черт побери, Горелли, ты умер? Да? Проси меня, нет, как же так-то? Он меня увидел первым. Черт, там еще один, по-моему, есть. Да, еще один. Ох, фак, меня сейчас тоже могут убить. Я появился, и я тебя спасу. Я туда слепо кину. А уже его ноги. Слепо? По-моему, это боевая была, точнее зажигательная. Она сама включается. Ладно, там еще народ дофига, смотри, осторожно. Так точно, босс. Ладно, тогда еще зажигательная. Давай. О, поджог, смотри, ты одного. Норм. Пока больше никого не. Не, погоди, за углом стоит, вижу. А, черт побери, какой кривой. Всё. Один помер, там еще остался со щитом, по-моему. Да? Справа там, что ли? Да, есть там кто? Да нет, вроде никого. Уже кончился. Не обманываешь. Да нет, это что-то... А, картина телепалась, типа, упала так. А, на тоже начал подумать, что это щит, когда стрелял по ней, да. Что такое? Почему закрылось? Отключили питание лифтов, потому что по лестнице надо спускаться. Найти другой путь на нижний этаж. Но я нашел, пойдем. Вот он. Уже иду. Ты идешь, братюнь, нет? Да. Это мне надо как-то очко. Конечно, опасно совсем. Так. Так, окей, нам сюда нужно, подожди. Вижу там одного, врага. Там один есть. Снял. Еще один. Я войду с этой двери. Давай, только я уже всех снял, поэтому не переживай. Троих вынес, братюня. Ты где? Да я вот, выглядываю. Четверых? Да ладно. Хватит уже. Так, тихо, там. Ладно, одного на улице, на улице, на улице, на улице. Блин, там очень много народу на улице. Кидают рогрену, короче, нафиг. По-моему, далеко слишком кинул. Ой. Меня тактическим вариантом убили просто. Что чем? Это такое, не знаю. Тактический вариант? А, 500 тактический вариант. Ну может, это кемпера, не выходи особо. Хорошо, не буду. Да, это кемпер. Убегай, бегай, двигайся. Где нет. Он? Где он? На меня стреляет прям по мне. Ух! Понял. Окей, ладно. Тактический вариант. Нормальная тема. Теперь ты убегай. Осторожно, враг, видишь ты его, да? А то мало ли, вдруг. Осторожно, враг. Вдруг ты его не видишь. Так, 0 секунд, возрождаюсь.
появился. Он где-то прям там. Так, а что с пушками-то есть какая-нибудь нормальная? А то мне что-то калаш мой не очень подобрёт. А точнее даже не калаш, а второй вариант вот этот вот. Прицел мне не очень нравится. 21Е какой-то есть, пулемет, видимо. Ой, он с снайперским прицелом, блин. Нет, нафиг тогда. Тогда обратно свою М468 возьму. М-очку. Так, ну-ка, здесь что такое? Здесь никого не вижу. Еще калаш. И дробовик спас-12. Подожди, я пушки паливаю. 21Е, ну все, короче. Ладно, возьми уж калаш, что-то. Ну, я с калашом буду, да, нормально, все. Давай, тогда выбегаем на улицу, короче, выносим всех. Не знаю, где был снайпер, но я побежал на улицу, я аккуратно. Будь осторожен, попробую найти. Блин, а что есть не укрыться, укрытие, что ли, никак? Слушай, не, я пока не вижу вообще. А куда нам, кстати, идти-то нужно? Нам по улице вообще идти нужно или по зданию? Потому что точка вроде как где-то в здании рисуется. Да, кстати, в здании. 300 метров до него. Тогда нафиг меня на улицу выбежим. Пойдем тогда. А в здании никак то не пройти. А, не, подожди, вот тут на улице все-таки. В здании не пройти, да, я уже попалил. Ну давай, мне 70 метров до точки осталось, 50. А, нет, точнее, не 70, 14 а 4. Метров. Да. А, вот, я понял. Мы на крыше и продвигаемся внутрь. Вас понял. Дайте нам сигнал. Нужна ваша помощь на лестнице. Снаряга нужна. Да, давай-ка по-быстрому хвалим снарягу, чтобы повысить гранату снова до максимума. И патрончики. Отлично. Так, перезарядимся. Ботов сюда приведем, наверное, пускай тут постоят немножко. Вот здесь, да, есть. Тот парень с тактическим вариантом, он... Очень не, какая-то не... рок-музыка жесткая, громкая заиграла. Так, вижу врага одного. Двух врагов вижу. Подожди, убиваем, подожди, убиваем. Давай вместе. Давай еще и стекло сразу бьем. Давай, ты ближнего, я дальнего. Давай, тогда, на счет три. Раз, два. А, подожди, мне не получается высунуться. Как ты высовываешься? Мне получается. Мне не поднять прицел, короче. Попробуй ближе подойти к окну. Да ладно, давай к двери подойду просто. А ты еще за окно, давай? Давай. На счет три. Тогда. Давай, раз, два, три. Погнали. Ох, меня убили сразу. Замечательно, погнали. Просто шикарно. А у Кпара меня сняли. Блин, какой-то бешеный рок играет на самом деле. Конечно, клево, но громко очень. Ты слышишь его вообще, нет? Да, отличный рок. Не знаю, мне нравится. Да, кстати, кайфово, сам трек мне тоже нравится. Вот ты появился. Веселая музычка. Да-да-да, это я, не переживай. Я там видел парочку людей. О, все, кончился рок. Да, я тоже парочку вижу. Со щитом один, счет бери. Отлично, вынесли. Офигенно ты сделал. Ну тебя же не задел, по-моему. Ну да. Я и говорю, офигенно. Нам нужно подкрепление. Да фиг вам, они подкрепление. Я пробегаю туда, подожди, дай пропусти меня, братюня. Грена. Ох ты, черт, меня сейчас убьют, короче. Рядом улетела. Фак. Замечательно. Супер. Ладно, там не высовывайся 8 секунд, жди, потому что как-то фейлово все очень. Что-то там пулеметы какие-то жесткие, короче. 21Е вот из них, с которого меня сняли. Так, все, появился, давай. Одного вынес. Там он был один, по-моему, парень. Нет, нифига он там, по-моему, не один. А может и один. Нет, с пулеметом был один. За пулеметом, за точкой. Оп, нет, вообще-то не один. Откуда? Да, он умер. А, ну все, замечательно. Там тогда. На кухне сидел, готовил выпечку. Выпечка — это хорошо. Ладно, пойдем тогда дальше, короче. Тихонечко. Подожди, я хочу пара взять. Пара вот взять? Аук пара, да, который тебя убили. А, давай. А нет, тут Тарх 21. Нет ни у кого. Давай, короче, я тебя тут жду. И вот сюда приведу. А это с пулеметом, 21Е. Да, если надо спускаться, видимо, через окна будут. Поехали. Чё? Точка сохранения. Ну погнали, ладно, чё. Ворвёмся, как обычно. Так, погоди, чё там? Ах ты чёрт, меня убили замечательно. Ну супер вообще. Ну что за бред, Горелли? Не знаю. Ворвались, блин. Слишком быстро вылез, похоже. Я даже не думал, что там враги будут вообще, в принципе. Ну и как бы, блин, фейлово всё, короче, это очень. Интересно, ты где появишься? На веревке или умрешь? А, я появился в здании на втором этаже, сейчас спускаюсь снова по веревке. Здесь все еще напряженно. Так, я вошел, нормально, живой, главное.
Заходи нормально, а то я чуть тут не обделался от такого количества врагов. Кидаю грену. Давай. О, вообще улетело не туда. Блин, меня убили снова. Ну что за мать его? Ну почему так? Потому что я не знаю, откуда тебя убили. Я знаю, откуда меня убили. Там из-за пальмы кто-то стреляет, короче. Вот сейчас скажу, где вот. Да, прямо куда смоешь, там где-то. Я туда пострелял, вроде кто-то заглох. Ну я тоже кого-то туда пострелял немножко, но что-то не заглох никто. Так, подожди, где появился? О, за тебя отлично, все, супер. Живем. На тактических это прошаривание быть немножко. Да, там, все, я кстати... сегодня больше не умираю, короче, мне не понравилось. Ну нафиг. Давайте, давай, прикрою, подбегай к двери. Давай. Я за дверь встану. Теперь перезаряжаюсь и двигаюсь. Давай, в дверь заходи, там никого нет. Давай. Ну давай тогда камеру посмотрим. Да, конечно. Двойная дверь, одинарная? Одинарная. Никого вроде нет, вроде чисто. Давай тогда открываю. Точка сохранения, да. Похоже, здесь был чувак. Я, кстати, пополню боезапас. Да, мне тоже две надо было взять. Пожалуй. Это по-быстрому. Будет не лишним. Ты слышал? Ты слышал? Что-то двигалось? Не знаю, он сказал, ты слышал. Я не слышал. Так, вам тут дверь, снова смотрю камеру. Два врага. Пометил их, видишь? Они прям сразу, как только открываешь дверь, сразу стреляют. Давай, стреляют. Открывай, и можешь высовываться, потому что я так стреляю. А, не могу я высовываться. О, а что твои выстрелы не слышны были? Подожди, что за фигня? Пролагало меня? Вау. Обалдеть. Этого я не видел, чувака, в камеру. Так, ладно, давай, убегаю. Опа, сзади, 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 сзади. Бро, не выходи, подожди. Меня снова сняли. С другой стороны. Ну кто же знал-то, что меня надо направо смотреть, а не налево. Это ты кем владеешь? Или они? Я. Yeah. Какой же ты афропарень. Ладно, я подожду тебя. Все, появился, давай. Да, я его все-таки успел убить. Красавец. О, кстати, пара. Взять, не взять. Ну, если будешь брать, то я возьму. Ладно, я подумаю, вместо чего, вместо Г3. А, здесь две такие, так что нормально, я тоже возьму пару. Это, короче, контровская 4-4, да? Не, нет, не та. Но она тоже неплохая. О, нифига с таким прицелом лютым. Ну ладно, опробуем. Так, давай, Тро, осторожно. Выходи потихоньку. Вроде никого пока. Опа! Нет, один есть. Сволочь, шныкался, блин. По-моему, он умер, а не снег. Да мне тоже так кажется, что он уже умер. Так, тут снова ниже, и, блин, давай снова аккуратно только, ладно? Давай, надо сначала не сползать вниз, а посмотреть в окно. Так, ты видишь кого-нибудь? Я лично нет. Нет, пока никого не вижу. Повтори, что ты сказал? Опа, электричество выключилось. Опасно. Есть ночное видение. Так, это дверь или двери? Нет, нет. Нам сюда, за мной. Давай, давай. Я с одной двери, ты с другой. Давай, Тро, заходим на счет три. Давай. Раз, два, три. Ты был быстрее меня. Да ну его нафиг, там что народу тьма вообще какая-то, по-моему. Вот фейл, вот фейл. Перезарядка была не вовремя. Ну что ж за мать его, я снова сдох. Блин, я... капельку не успел, чуть-чуть совсем. Все, я, короче, все, нафиг. Тактика. Тактика, внимательность, вообще, не знаю, просто аккуратность. Очень-очень мега аккуратный будь. Прям. А нафиг ночное видение, по-моему, так нормально видно. Я не вижу ничего. Ну, может, это особенности монитора. Наверное. Так, ну, думаю, что нам куда-то сюда. Окей, let's go. Осторожно. Блин. Хорошо, что ты пострелял в него. Ты гренту окинул? На всякий случай. Зачистка, да? Ну да. Никого здесь больше не было. Так, ну давай, Тро, снова снарягу пополним. Так, шикарно. Выкинули по ящику и пойдем дальше. Давай впарим камеру. Что за чё? Оп, там дымоуху кто-то кинул, нифига себе, прикинь. Реально прямо видел, как в камеру давай кинули дымоуху. Давай.
Поскольку ты его пометил, стрелял просто наугад и убил его. Красавчик. Опа, тихо. Глена. Не сейчас, Глена. Попозже. Не сейчас просто, да, попозже. Через 10 минут. Какие-то жесть. Такая скорострельность просто дикая у нее, у пары. Так, проходим аккуратненько. Ну, кстати, да, мне тоже понравилось. Прицел, правда, сменил бы, наверное, потом бы сменил. Так, оптоволоконную камеру снова смотрю. Враг слева один есть. И справа один, прямо около двери сразу. Ты право берешь, я лево. Или подожди, или это не враг, или еще. Или... Ты же его пометил. Не? Да, все, да. Короче, все. Давай, вали правого, я лево. Давай, подожди, сейчас. Что за фигня? Почему не подойти, не укрыться? А мне тоже не прислониться, я не знаю. Ну, пофиг. Ну пофиг так пофиг. Ты убил своего чувака? Да, двоих убил. Там так еще. Там еще идут справа. Давай Грену кину. Кинул. А, отходи, отходи, отходи. А, не могу отойти, ну что за нафиг тут стена? Я горю, нет. Я совершил самоубийство. Бро, ну ты вообще, конечно, красавец, просто красавец. Да блин, она в тебе в голову попала. Замечательно. Это оправдание такое, по-твоему, да, хорошее? Да, голова была не в тему. Ну-ну. Все, нифига что-то тактики никакой нет у нас. Давай нормально. Я выхожу, прикрываю тебя, ты идешь за мной. Давай. Так? Надо было. Ну, что-то типа того, да, хотя бы так. Че они все с парами ходят? Перезарядка, блин, не вовремя. Там чувак, короче, слева один есть, как минимум. И он кинул Грену слепуху, но я убил его в голову, поэтому все нормально. Хорошо, ты просто красавчик. Ну да. Давай я посмотрю, кто здесь. Кто ты, если что, выживешь. Тут веревку надо использовать в шахту лифта. Да не, веревку можно использовать здесь. А хотя в шахту лифта можно использовать? Ну да, смотри, видишь. Ну кто поедет в шахту лифта? Ты? Так, мы здесь можем поехать. Я в окно. Ну давай, хорошо. Насчет три тогда, как будешь готов, прыгаем в окно. Давай, я прыгаю. Потому что я вижу врага. Давай, раз, два, три. Быстрее. Погнали. Меня убили, тут слишком много было справа. Справа один был, да. Жопа, короче. Я призжирался не вовремя. Ну понятно, все, ладно, окей. Надеюсь, хранение было недалеко. Где мы вообще? Где-то в темном помещении. В темном помещении здесь надо открывать. Не могу, вообще меня бесит они. Уходите нафиг туда вот. Как-то тупо у нас получается сегодня, вообще-то не заметил. Да вообще капец. Время пришло. В гости отправиться ждет тебя старинный друг. Короче, я туда еще одну грену кидаю. Я тоже. Ой, не попал. А я попал. Я двоих положу. Ну вообще просто отец. Обойдем козлов, слышал? Фига себе обойдем. Нормально, только это по-вашему обойдем? Это, по-моему, пройдем в лоб на них. Мне дали новый уровень, по-моему. Или что-то такое. Красавец. Тихо, ну что за нафиг ты? Подожди, не убивай меня, братюня. Еще одна грена. Слепуха, у меня больше нет боевых. Супер, спасибо. Я ничего не вижу теперь. Замечательно. Короче, у пары слишком мало патронов, слишком быстро они... Короче, уходят. В топку твои эти самые, я пойду по лестнице спущусь. По какой лестнице? Лестница есть? Да, пойдем по лестнице спустимся, как белый. Давай спускайся, я в окно войду. В окно, по-моему, лучше. Ну, давай. Давай, сейчас, когда будешь готов, скажи. Подожди, помечу врагов. Видишь врагов, то, что я пометил? Да, я и так их видел. Трое, один с этим самым, со щитом, один с дробовиком и один с, по-моему, с автоматом. Ну погнали тогда. На счет три, подожди. Раз, два, три. Одного вынес. Еще одного вынес. Заряжаюсь, черт побери, подожди. Ты живешь? Нет, я умер. Я говорю, меня первым заметили. В руку ему, в руку. Нормально. Ну я попадал, но, блин, все равно живучий какой-то попал. О, убил. Давай, слеп.
Да что ж ты меня слепишь-то постоянно, что за бред? Почему она не летит? У меня что, рук нету, что ли? Да, видимо, нету, блин, я не знаю, как это получается. Я захожу, короче. Давай, заходим. Кого бить-то? Никого нет. Да, вон там кто-то есть, подожди. Кидаю трогрену боевую. Никого не вижу. Вижу. Мертвого вижу, парни. Теперь понял. Мертвого, да. Понял, о чем ты говорил сейчас. Так, поехали дальше, давай. Блин, чем дальше, тем труднее реально. Что-то как-то вот эта миссия, у нас сколько раз мы уже сдохли с тобой. Я сразу открою. А вот это зря, кстати, было. Ну ладно. Сразу так сразу, хорошо. Пока никого. Да, этажи как под копирку. Кстати, да. Пополнить боезапасом. Есть такая штука. Давай, да, пополним. У меня тоже 2 грены осталось, надо пополнить. По-любому. Похоже, еще ниже. Ну, видимо, да. Че, снова по левкам? А, о, нет. Его. Что это такое? Ох, что это такое было, нифига себе. Взорвался этаж слева. Что за дерьмо это было? Да блин, вот натуре. Офигеть. Короче, веревку используй. Давай, жди меня. Спускаюсь на самый низ. Мы потеряли связь с группой. Можно обнаружить? Откуда стреляют-то по нам? А, понял. Блин. Да блин, сволочь такая. Ну высунись еще разочек. Высунись. Давай, давай. Сейчас я другое оружие возьму. Вынес его. Ближе подхожу, давай. Так, одного снял. Я его даже не вижу. Ну что? Кто с тебя? Я снял еще одного. Опа! Я убил противника вслепую. Офигеть! Вот это опасно, реально опасно. Давай к трогреночку кинем, наверное. Не долетело, конечно. Не долетит, конечно, ну что. Ну еще кину одну тогда, на всякий случай. Я сел за пулемет. Красавец. Давай. Все, Е, положили. Отлично. Ну, я его перезажу на всякий случай. Для кого-нибудь оставлю. Ага, чтобы на спину стреляли. Только что около тебя грен взорвал? Ну, по-моему, да. Я не уверен, но, по-моему, да. Весело. Но факт в том, что я двоих убил тут. Нас поджидавших. Давай, проходим дальше аккуратненько. Давай. Опа. Сейчас, подожди, ты кинул? Пару возьму. Ты кинул зажигательную, нет? Нет, нет, не я. Интересный ход. Опа. Так, там минимум двое. Один. По-моему, второй. Нет. Есть, бля. Окей. Я просто пулемет взял. Видимо, любишь ты их, да? Да, нет, вообще. Вообще не очень. Ну, по-моему, это не стандартный, а второй уже. Поэтому нормально можно было его взять. Так, ладно, проходим дальше. Его коллиматор написал. Так, вижу, вижу, вижу одного. Нет, двоих вижу. Че, убрать? Ну, а что ж мне еще делать? Подходим к двери, че, входим, а? Вай-вай-вай. Слушай, больно. Очень больно мне почему-то. А, ты ушел-то? Я здесь, дверь открываю. Кто стреляет, да? В спину стреляет. Черт побери, меня убили, фак. Сзади кто-то убил. Ты жив, надеюсь? Парень стоял, да, он просто стрелял в нас. Нормально, четко. Просто стоит парень, стреляет себе, пофиг вообще. Все, жди меня 2 секунды еще. Появился, давай. Кто стреляет-то? Я могу понимать. В натуре, волко дело сзади. А, вон, да, двое сзади, блин. Сволочи.
поганые. Блин, а пей, по-моему, спереди. Нет, нет, нет. Так, это становится опасно, реально. Так, все, пойдем, короче, дальше. Вообще, нафиг. Капец, опасно. Мне что-то не нравится эта локация совсем. Стремная какая-то. Бегом? Да. Я поехал в лифт опять, видимо. Тут, по-моему, один вариант. Так что я тоже с тобой. Да, давай, это нормально. Ну все. Вот, так, акт 5, цена 2. Казино. Замечательно. Мы в казино. Фу, жестко было. Жестко. Да, блин, у меня даже руки чуть... Адское месиво, конечно. Мне показывают пистолет и пулемет. Мне показывают врагов. Че, убьем его? Да, там еще один. Я не могу. Не убил его. Блин, не убил до сих пор. Да сволочь ты такая, все умер, отлично. Так, давай прохожу, прикрываю тебя, и ты идешь. Давай, я пока. По кому там стреляешь-то? По кактусам, что ли? По кактусам, да. Давай, проходи. Давай, я здесь прикроюсь, а потом ты дальше бежишь. Давай. Давай, вперед. Гоу-гоу-гоу-гоу. Подожди, пушку сменил. Так, давай. Теперь твоя очередь. Здесь еще становится жарко. Тут очень много народу, очень много, капец, как много. Я кидаю грен. Офигенно ты её кинул, конечно, ощущать, могу сказать. Просто суперски. Так я от стены хотел. Я понял. Так, ладно, братья, не побежал. Так, 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 погодь. А я никого не вижу. Там не прячется. А, вижу. Я сколько пулемет дикий. Одного вынес. Ну, больше я тоже никого не вижу. Ну, тогда проходим дальше. Хочу заменить свой плохой-плохой пулемет. Плохой-плохой? Да, вообще капец, он такой косой. Ну, это понятно, конечно, было изначально. Точка сохранения. Отлично. Так, тут казино слишком открытое, я туда вообще не хочу. Тихо, уходим нафиг, уходим, уходим. Наступаем сюда, в бок, давай, через дверь зайдем. Тут туалет. То, что нужно. Давай, открывай эту дверь и заходим. Заходим? Ну, не заходим, но так, по крайней мере. Смотрим, что к чему. Я понял. Оп, я тоже не успел. Хорошо, ухожу обратно. Блин, какой медленный пулемет, ребят. Прям нежданчик. Сколько тебе осталось секунд? Одна. Да, это, конечно, не флешпоинт. Вай, братуха-барцуха, меня убили, блин, сзади, по-моему. Да не, не сзади. Там дикий пулеметчик, все-таки из туалета не вариант. Попробуй с другой стороны дойти, там другая сторона тоже туалет есть. Женский. Он меня видит даже из-за стены, я даже не двигался. А вон он, да. Так и появился. Он... Прикрой от меня, стреляй на подавление, я бегу. Там сверху еще спускается какой-то чертило. Я побежал, нормально, давай. Все, теперь, короче, я пойду в туалет на и подавление. Попробую с другой стороны пройти. Я сломал автомат игровой. Молодец. Там кемпер, похоже. Так, я пока не вижу никого абсолютно. А, не, вижу одного кого-то, по-моему. Или что это такое? У меня фигня какая-то, ладно. Я ценой собственной жизни бросил грену. Как ты так умираешь-то? Да я вот бежал ближе, грену бросил. Ну, отойди, отойди немного. А откуда стреляют, я не могу понять, вообще нифига не понимаю пока. Совершенно. Подожди секунду. А, вижу, 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 понял. Умри, сволочь. Отлично. Блин, надо как-то укрыться, что ли. Так, все, вот, занял позицию, хорошо. Со щитом вынес, главное, меня отлично. Меня снайпер убил, так что... Блин. Еще щит. Если М41 снайпер, конечно. А так. Может он просто... Скорее возрождайся, потому что сейчас очень не вовремя, меня тоже могут снять здесь. Со щитом ну, чувак идет. Нет, умри, отлично. Фу, вот это было жестко, вот это адреналин.
Я убежал в туалет. Давай. Я хочу какать. Я тоже. О, черт, меня убили. Ну вот, собственно, и покакал. Жесть. Теперь ты жди, короче, не высовывайся, 7 секунд еще. Блин, это будет очень трудно, ну, по-моему. Видишь, если сможешь на мой экран? Открытая локация. Наверху? Да. Мне просто прицела-то не видно, но, по-моему, да, по-моему, я понял, где он. Так, а ты-то где? Я а, понял. Его убил. Убил снайпера? Да. Красавчик. Он на тебя сагрился. Я вылез и выстрелил. Красавец. Ну все, теперь можно проходить, мне кажется, он был последним. Да вот уже не уверен. Ну или, по крайней мере, почти последним. Давай скорее. Я так и сказал, локацию. Что эта локация, она открытая. Поэтому... Опа, вижу, вижу. Одного вынес. Это ты стрелял? Да, я стреляю сейчас. Не пугай так, страшно же. Все, сохранение, отлично. Сохранение, подожди меня-то. Давай, давай, жду. Мы в казино. Мы идем к элементам. Тут боеприпасы есть, да, пополним? Да, к переменам. К переменам идем. Мы ждем перемены, как будет рысой. Да. Я возьму, короче, место своего пулемета, что-нибудь другое. Спасибо, конечно. Майк, мне нужна оценка угрозы. Но меня все устраивает. Смотри, какая тут тачка крутая стоит. Призовая. Может, выиграем ее? Призовая? Ну, это ж казино. Ну, супер. И суперприз. А автомобиль, как говорил Якубович. Да уж точно. Все, я взял все другую пушку. Так, я пока никого не вижу, но это меня как раз пугает. М468. Тихо, тихо, тихо. Сзади меня убили, черт, не высовывайся. Братюня, я умер в сотый раз в этой серии. Я так назову ее. Просто смерти. Одни смерти кругом. Неужели ты кого-то убил? Вон, перед тобой враг же был прям. Ты не видел? Я никого не убивал. Я просто кинул слепо. У нас слеп. Окей. У меня 4992 опыта из 5000. Ну, читер, блин, у меня 356. Пошел я, короче, снова чистить туалет. Ох ты, черт, не очень хорошая была идея, по-моему. Слепо кинул, да. Так, двоих снял, отлично. Двоих снял, не умер, уже достижение в этой серии. Еще одного снял, все, супер. Теперь тут вроде почище стало, можно заходить потихонечку. Да я с этой стороны зашел. Окей. Просто дальше двигаться вообще не вариант. Нужно сидеть и стараться высидеть яйцо просто. Ну, видимо, кстати, да. Потому что каждый шаг следующего движения... Тише, 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 стреляют опять, стреляют. Вижу одного с пулеметом. Ты его вынес, да? Одного вынес, так. Красавец. Еще один. А, нет, он тоже умер. Ты вот снес стулья, как будто так и было. Попробуй с другой стороны обойти. Я попробую не умереть. Вряд ли это получится. Одного снял. Ае. Так, продвигаюсь дальше. Подвигайся. Надеюсь, что выживу. Чувака с пулеметом убрал. Красавчик. Я пока, кстати, никого больше не вижу тут. О, нет, 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 стреляют по мне, в спину стреляют. А, вижу его, понял, где он. Вынес. Все, давай тогда к точке подходим, мне осталось 5 метров до нее. Подожди маленько. Что давай, маленько? Я почти подошел. Черт, подожди. Меня убили, черт, суки. Одного успел снять, а второй меня вынес. Ты просто ранен, все там, нормально. Там, снизу. Как ты ранен, когда я сдох? Да я шучу. Ты просто ранен. Там со щитами, ты не туда кидаешь. Вот кидай, да, да, вот туда вот кидаю. Да я всем кидаю. Всем подряд? Ой, тихо-тихо, в укрытие, скорее. Один умер. Еще отлично, да. Теперь к тому? Да. Супер, как в боулинге. Просто выбили. Страйк. Да, 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 страйк был по-любому. Так, ну пойдем аккуратненько туда ниже. Все. Давай на лестницу. Давай сюда, вот за эту штуку я укроюсь. Опа, справа, справа, справа.
где? Со щитом, сволочь, кидаю грена ему. Отлично. Умер он? Да, да, я гранатой убил его. Все в порядке. Так, пойдем тогда к двери. Вперед потихонечку. Очень потихонечку. Двери, просто. Ну, один к ее остаткам. Мне снарягу надо пополнить. Да, мне тоже, у меня одна грена осталась последняя. Поэтому снарягу по-любому пополняем. Все, шикарно. Блин, очень трудная миссия. Крайне трудная. Столько фейлов у нас не было, по-моему, еще ни в одной серии. Достигнут точка сохранения, акт 5, сцена 3. Ну, на этом, кстати, можно закончить, да, я, конечно, понимаю. Ну, давай как раз тогда, да, в принципе, прервемся, потому что... что-то я уже устал нас не умирать. Продолжим это делать в следующей серии. Ну что ж, друзья, спасибо большое за просмотр. С вами, как всегда, были Валдай и Горелли. Это была игра Rainbow Six Vegas 2 на канале Epic Type. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. И спасибо за просмотр, до новых встреч и пока-пока. Всем пока.